Письмо 249. 11 мая 75-го. Беньямину. Привет. Через 4 дня я кончаю службу в танковых войсках и возвращаюсь в родной дом в кавычках. Признаюсь, что несколько сожалею о разлуке. Я создал здесь нечто ценное, а поскольку работы еще предстоит много, то я чувствую себя так, будто не кончил дело. Вместе с тем, мне нравится идея вернуться в часть, и важно это сделать как можно быстрее. В стране ничего волнующего не происходит. Все как обычно, то есть довольно паршиво и требует немедленного исправления. Новости вы слушаете, как и я, а может и чаще, поэтому жаль истратить на эту тему две строчки. Грустно. Начинаешь себя чувствовать этаким маленьким вьетнамцем. Нужна мудрость, чтобы преодолеть окружающую нас изоляцию. Но нет мудрецов в Израиле.